Максим Голдабин сразу же после напряженнейшего матча 1/16 финала. Максим, проиграли Лестер Инвест. Что не хватило? Не знаю, не хватило чуть удачи в каких-то эпизодах решающих. Весь створ, в принципе, обстучали. У них все залетало, у нас не повезло. Во втором тайме повели 2-1, контролировали ситуацию. Быть может, чуть построже надо было в обороне сыграть? Не знаю, у них, может быть, да, где-то не доработали. Не знаю. Получилось так, как получилось. Для вас турнир закончен, но удалось пройти группу. Здорово. И вообще, все-таки впечатление о КФЛ? Впечатление хорошее. Первый раз на таком турнире. Ну, в большом выступали. До этого только в Сочи ездили. В принципе, впечатления хорошие, но обидно, что проиграли, вылетели так, не знаю, может быть, даже нелепо. Вот. За вчерашнюю игру, за вчерашний день вы и Алмаз Аскаров попали в символическую сборную, поэтому от нашего спонсора, от компании 1xbet, вам призы.